Японский автоконцерн Toyota, недавно вернувший себе звание крупнейшего в мире, отзывает на ремонт сразу 1 000 000 автомобилей. Большинство из них примерно 750 тысяч в США. Речь идет о моделях Corolla и Matrix, произведенных с 2001 по 2004 годы и реализованных в США, Канаде, Мексике и Японии. Как выяснилось, их подушки безопасности могут непроизвольно сработать прямо на ходу. Это грозит водителю потерей управления и потенциальной аварии. Помимо этого, по причине заводского брака также отзывают на инспекцию 270 тысяч автомобилей Lexus IS выпуска с 2006 по 2012. Правда, у них проблемы менее серьезные – дефектные винты на дворниках лобового стекла. Все указанные машины требуется привести в автосалоны фирмы на инспекцию. За справками обращайтесь в компанию.